Друзья, добрый день. Меня зовут Лысенок Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Сейчас специально для вас я нахожусь в Турции, регион Дидим. Это первая поездка после коронавируса. Отель, который мы будем смотреть, Garden Sun. Находится он у меня за спиной. Пойдемте, я вам покажу, как сейчас принимают гостей. Территория рядом с отелем, проходит дорога. Что, спасибо? На территории только в масках и мерим температуру. Мы не знаем, сколько. Вот у этой девушки температура 38. Вот так бывает. Нет, позже. Окей, thank you. О. Мы с вами ходим на ресепшн. Как видите, экраны защитные. Люди работают в специальных защитных шлемах. Так, давайте выйдем через ресепшн. Мы зашли через черный вход, видимо. Вот он, центральный ресепшн и вход. Выход, соответственно. Мы оказываемся сразу на улице, и тут торговые ряды. Сейчас практически ничего не работает. Не вижу, что тут работало. Идем дальше. О, как прикольно сделаны жалюзи. Они чик. Здесь маркет на первом этаже. Ресторан и все. И территорию я вам до этого показал. Вот она вся территория. Отель маленький. Мы с вами посмотрели территорию. Если вам понравился данный видеоматериал и вы хотите поблагодарить меня, вы можете подписаться на мой канал, кнопочка снизу, поставить лайк этому видео, также рассказать своим знакомым друзьям про данный канал, кому эта тема интересна. Я вас также попрошу писать ваши отзывы и комментарии. Если вы были в этом отеле, напишите, как вам здесь отдых. Если вы собираетесь сюда и у вас есть какие-то вопросы, задавайте, я на них вам отвечу. Мы с вами на втором этаже. Снизу видите ресепшн отеля. Здесь у нас, я вижу, еще один бар, кондитерская. Можно посидеть, попить чай, кофе с видом на территорию отеля, на бассейн. Библиотека.
Сейчас. Так, СИП номер, этот у нас Superior 2102. Заходим, смотрим. Ванная комната, здесь душ обычный. Даже не обычный, а вмонтированный в стену. Вот такой, все, больше обычного, дольше душа никакого нету. Ванны нету. Фен маленький. В комнате ламинат. Кондиционер индивидуальный, LCD-телевизор, одна большая кровать, одна маленькая, раскладной диван, холодильник. По концепции я прослушал, ну, вроде бы сейф платно, бар платно, все платно. И смотрим, где тут наш сейф. Вот он сейф. Балкон большой, два кресла, стол. И вид на территорию отеля и на море. Ой, улетело море. This is standard? $21.03, тип номера стандарт, ламинат, ну, покрытие, ванная комната, здесь душевая кабина, душ монтированный в стену, и есть еще вот такая вот труба для воды. Фен. И идем дальше. В номере маленький LCD-телевизор, бутылка воды, одна кровать большая, одна маленькая, кондиционер индивидуальный. В такой нише вот установлен диван. И открываем балкон. Балкон среднего размера, меньше, чем предыдущий. Здесь у нас установлено два кресла и столик. Вид на территорию города, на дорогу подъезжающую, подъездную. Лунопарк вижу справа. Кондиционер, двигатель находится на балконе. Шкаф, сейф. Друзья, вы хотите поехать на отдых, можем вам помочь в этом. У нас есть сайт weekend.by, раздел «Контакты». Связывайтесь с нашими менеджерами, мы организуем вам поездку, ту, которую вы захотите. Если же вы самостоятельный путешественник, хотите сделать все самостоятельно, для вас у нас есть удобная система онлайн-бронирования, онлайн-оплаты. Заходите на сайт payweekend.by, все делаете самостоятельно. Документы мы вам высылаем по почте. Вернулись мы на второй этаж, это бар, чай, здесь у нас сладости. Балкон маленький французский, вы можете посидеть здесь с видом на подъездную дорогу и на город. Друзья, спасибо за ваш просмотр. Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайся. Здесь снизу есть большая кнопочка, нажимаете на нее, приглашаете ваших знакомых друзей, просите их тоже подписаться. Я буду вам очень признателен. Это помогает мне развивать данный канал. Ваша подписка, ваши комментарии, ваши отзывы дают возможность сделать канал этот лучше. Если вы хотите поехать на отдых и вам нужна помощь, обращайтесь. Мы с удовольствием организуем вам поездку в любую страну мира. Мы занимаемся этим профессионально уже больше 10 лет. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска на сайте pay.weekend.by. Там можно самостоятельно подобрать тот отдых, который вы хотите, и оплатить безналичным путем, не приходя даже к нам в офис. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень-очень актуально. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня.